На днях очередной юбилей встретила жительница Ноябрьска. Ветеран войны Галина Степановна Котовская отметила свое 90-летие. Разрешите мне от имени издательского дома «Благовест» вас поздравить с этим замечательным праздником. На самом деле 90 лет – это отличная дата. Спасибо. Наверное, на своем веку вы повидали и хорошее, и не очень, но я надеюсь, что в следующие годы своей жизни с вами всегда будут ваши любящие дети, ваши внуки, и я думаю, что вы проживете еще немало лет. От них в Ноябрьске правнуков 10. Она не любит говорить о войне. Человеческие жизни, которые обрывались одна за одной, до сих пор временами снятся ветерану. К слову, сама Котовская в 40-х эти самые жизни спасала. Галина Степановна была медсестрой. Правда, сегодня ее грудь не украшают ордена и медали. Главной наградой в своей жизни Котовская считает детей, которые выросли достойными людьми. Галину Степановну Котовскую в день юбилея поздравили представители администрации Ноябрьска, городского совета ветеранов, органов социальной защиты, а также депутат Тюменской областной думы по Ноябрьскому избирательному округу номер 3, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. В своем поздравительном адресе Сергей Белкей пожелал Галине Степановне крепкого сибирского здоровья, благополучия, любви и заботы родных, долголетия и процветания. От народного избранника именинница получила цветы и подарок. И вот что в частности говорится в поздравительном адресе. Ваша жизнь – образец преданности отчизне, неиссякаемого трудолюбия и беззаветного служения делу. Примите слова искренней благодарности за все, что вы сделали для нашей страны. Забота о пожилых гражданах – долг каждого из нас, забывать о котором нельзя, ведь старшее поколение – это золотой фонд страны, хранящий ее лучшие традиции, сказал Сергей Белкей в своем поздравлении.